позвольте мне от имени и по поручению и ректората, и ученого совета, всех присутствующих в этом зале, от всей души поздравить со славным юбилеем. И на плечах ваших, собственно, и формировался, и вырос университет. Сегодня у нас в первой половине дня прошла деловая часть, сейчас уже художественно-торжественная, что называется. Так вот, мы в первой части уже отмечали, что именно благодаря тому, что во всех сферах своей профессиональной деятельности, благодаря уникальным научным школам нашего университета, обеспечен успех, университет сегодня способен на то, чтобы подумать и о большем. Мы говорили о том, что сегодня вот вузов, которые бы могли как-то комплексно взглянуть на систему природа, общество, человек, мироздание, их очень немного. И поэтому мы говорили о том, что, возможно, это наша с вами миссия, вот если угодно, уже следующего столетия университета, посмотреть еще и на такие достаточно общие вопросы. А сегодня я хотел бы сказать слова благодарности сидящим в этом зале, потому что здесь присутствует очень много наших выпускников, которые формировали имидж и славу университета, и которые держат университет сегодня в таком состоянии, когда он признан сегодня не только в стране, но и в мире. Сегодня уже прозвучала пушкинская тема. Действительно, особенность нашего университета в том, что вот как-то уж так мы окружили своими зданиями пушкинские лицеи. И я очень часто читаю пушкинские стихи внутри университета для своих сотрудников. Но учитывая то, что сегодня у нас много гостей, я все-таки хотел бы вот эту лирическую нотку привнести в наш сегодняшний праздник и прочитать вам свои такие очень традиционные стихи, которые многократно уже слышали наши сотрудники. Но, на мой взгляд, их можно повторять как молитву почти ежедневно. Итак, Александр Сергеевич Пушкин, на мой взгляд, с пожеланиями и напутствиями тем людям, которые связали себя с природой, с аграрным сектором. «Недорого ценю я громкие права, от коих ни одна кружится голова. Я не ропщу о том, что отказали боги мне в сладкой участи оспаривать налоги или мешать царям друг с другом воевать. И мало горя мне, свободна ли печать морочит олухов, или чуткая цензура в журнальных замыслах стесняет балагура. Все это, видите ли, слова, слова, слова. Иные лучшие мне дороги права, иная лучшая потребна мне свобода. Зависеть от властей, зависеть от народа, Бог с ними, никому отчета не давать, лишь Богу одному служить и угождать. Для власти, для ливреи, не гнуть ни помыслов, ни совести, ни шеи, по прихоти своей скитаться здесь и там, девясь божественной природы красотам, и пред созданием искусств и вдохновения трепеща сладостно в восторге умиления. Вот счастье, вот права. Именно такого счастья, дорогие друзья, я и хочу пожелать вам и вашим семьям. Будьте счастливы по-пушкински.